Добрый вечер, Белицка, как дела? Все хорошо, у вас как? У меня как мой нос, вот так мой дела. Ого, нифига себе. Да. Играешь? Давайте поиграем. Откуда ты, Беларусь? Нет, я из России. А, российская, русская девушка. Yes, Russian girl. Ой, май гад, yes, my friend. Как мой голова, нравится тебе? Да пипец, я как бы не сказал бы, но не буду. А у вас как дела? У меня Да-да. тоже хорошо, Да. Белочка. А как тебя зовут? Меня зовут Юля. О, Юлечка, Юлечка. Да. А в России где именно живешь? Город Владимир. Владимирский централ, Белый Левит, вот такой музыка есть я. Саша Северный, Саша Север. Саша Север не знаю, но Владимирский страна, Да. yes. Ай, Юлечка, у тебя сколько лет, если не секрет? А зачем вам? Мне очень интересно ваш лет. Для чего? А Интересует. может, буду жениться с тобой? Да, я не хочу жениться. Зачем? Не Представь, хочу. ты со мной будешь жениться, и у тебя дети будет, голова вот такой большой будет. Да вот именно, что зачем? Да, рожать очень, очень сложно будет рожать. Согласна, это прям пипец. Ну, Что это операция можно, да, сделать? сделать? Операцию? Ну, я не знаю, получится ли. Ну, у тебя парень есть, Юля? У меня? Мне кажется, нет у тебя парень. Почему? Я что-то так чувствую. Почему так кажется вам? Не знаю, да, я так чувствую, у тебя парень нету. Так. Потом, ты твой зодиак Водолей. Нет. А какой зодиак у тебя? Козерог. Серьезно говоришь, козерог ты? А что, вы имеете что-то против козерогов? Тебе нужен подкаблучник. Я серьезно говорю. Козерог девушки, они любят, чтобы парень был слаб у них. Они сильный парень не любят. Они любят командовать парня, а который парень есть, если его девушка козерог, он должен прослушать его. Да. А Нет, ну... если вот я парень, я скорпион, скорпион и козерог невозможно характер. Кстати, Скорпион и Козерог — это идеальное сочетание. Ну, идеально говорит, ну, это эксперимент, мой эксперимент. Да? Это бесполезно. Бесполезно. У вас были, да? Знаешь зачем? Потому что скорпион ревнивый, скорпион не разрешает вот это, да? Скорпион не любит. Девушка его сказала, сюда иди, сюда иди, это сделай. А козерог любит, вот парня сказал, иди туда, туда не смотри, это не сделай, ни-ни-ни-ни-ни-ни, это не получается. Понятно. Да. Ну, не знаю, мне нравятся, в принципе, сильные парни. Вот, но кого-нибудь А прогибать тут мне не Нурлан хочется. есть, Нурлан. Он говорит, я это мой сестра. Тебя говорит, это мой сестра. Нурлан Нет. есть тут, Нурлан. У меня Он нет говорит, брата. ты его сестра. Знаешь, это Нет, шакала. это неправда. У меня нет брата Нурлана. Ну, может, есть. У тебя папа, может, Азербайджан пришел? Когда ты маленький был, в общем, вот ты не рождался, может, твой отец пришел в Азербайджан, Нурлана он сделал. Может, да, так будет? Да вряд ли. Или Нурлана мама пришла в это, Россию, там работала, твой отец его 2 раза стрелял, и все. Нет, Нурлан такого появился. Может, так нет, был? нет, невозможно. А вы откуда? Я из Азербайджана. Парень О, местный, истриотный и честный. прекрасно. А зовут вас? Меня зовут Чина. Без причина. Тина? Чингис. Чингис? Чингисхан? Чингисхан. Слышал? Чингисхан слышал, да. Да. Такой жестокий. Да, я тоже жестокий парень. Да, Смотри на моих глазах. видно. Может, вы его Вина! внук? Вина! Внук его? А? Может, вы внук Чингисхана?
Нет, я внук Кумбата. А, понятно. Да. Ну, Кумбат, может быть, внук Чингисхана, нет? Это нет, Кумбат внук Чороглу. Понятно. Прабабушка меня зовут Чороглу. Все ясно. Да. Ладно. Будем знакомы. Приятно, ты меня в друзьях добавишь? А ты меня? Миссис Козерог. Миссис Козерог. Мисс, прошу. Мисс, а, мисс, извините. Мисс – это девушка, миссис – это женщина, да? Да. Да. Миссис, Сори, сори, миссис, мисс, клуб. Не сори, так, не так. сори. Миссис это же замужняя девушка, А. а мисс это свободная. А, значит, ты свободна. Значит, да. Ну что, подписалась на меня? Да, конечно. Хорошо. Я хочу с тобой в будущее еще играть. Ну давай в другой раз. Я тебе такой вещи буду показать. Просто сейчас у меня нету, да, вот это реквизиты не дома. Тебе такой вещи буду показывать. Сколько тебе лет? Можно узнать хотя бы это? Зачем? Ну, примерно, да, 20, 30 минус или 30 плюс? Это Ну скажи мне. как считаешь? А? Как считаешь? А клянусь, я девушек не могу расстать. Вот один девушка зашла, его было 16 лет, меня говорят, сколько? Даже я сказал 24, он меня обиделся. Я говорю, что я... Нюхай, что ли? Откуда я знаю, сколько тебе лет? Ну, тем более ты краска-мраска сделал, вообще бесполезно дать. Это румяна сделал, да? На? Румяна говорите или что? Румяна, помада, да. Ну, играем, да еще раз играем. Хочешь? Ну Да, давай, ладно. конечно, хочу. Разочек. Давай, разочек, давай. Давай, расскажи мне что-нибудь еще тогда. Что ты хочешь? А, это сказал, я хотел сказать. В общем, вот это еще раз играем мы, да? Когда-то, да? Будем стрим сделать. Я тебе такую вещь буду сделать. У тебя в России, я 100% не могу сказать, но 99% никакой парень не может это, который я тебе сделать буду, подарок, да? На виртуальный, вот это экран. Никакой парень и никакой мужик 99% не может тебе такой подарок сделать. Ты в Это что? жизни такой вещь не видела. Это что такое? Это эксклюзивная вещь, да? Это что такое, сюрприз остается. Это сюрприз? Да, конечно, сюрприз. А когда он будет? Он когда будет? Он когда будет? Наверное, другой раз будет. Почему? Потому что пусть это сюрприз остается. Какой другой раз? Это вообще в следующий раз? Изятаглы. Это в какой раз? Ну, будем, да, играть. Я же не умер, ты же не умерла. Мы будем, да, еще раз Ну играть сюда. Я буду тебя поймать на стриме. Кстати, ты модель работаешь? Модельер ты? кто? Ты модельер ты? модельер или модель? Модельер это что модель? Это не одинаковый, что ли? Нет. Модель это модель, а модельер это тот, кто придумывает и шьет одежду. Но придумать нет, ты не можешь придумать. Ты модель можешь быть. Почему я не могу придумать? У тебя такая фигура есть. Я уже половину фигуры вот оттуда, через экран вижу. Я чувствую, ты модель. Модель, да? Ну так многие говорят, но на самом деле нет. Я Ay, дизайнер. ya, diyorum canlıya girende korktum. Bildim yürek, bildim can, bildim. Görsen ki Yulia ile Yulia Hanım'dan danışırız. Da, это Юлия Ханым, это как сказать, мисс Юлия, да, азербайджанский ханым. Половина девушка ханым мы говорим. Пол девушка ханым, а пол мужик бей говорим, бей. Может, ты мне азербайджанский можешь сказать Чингиз бей. Ну, все равно. Э, диабилирсай, можешь букву э сказать. Ну, сказано. Вот так скажи э. Вот так надо сказать, как ты. Да, э. А если два это уже какашка значит у нас. Вот это познание. Я серьезно говорю, вот у нас, если ты хочешь, да, может, когда маленький бываешь, говоришь, у вас как сказать, дети как говорит, когда туалет хочет. Мама, я какашка хочу. Вот так говорит, да? А у нас вот так говорит. Мама, эй, стирам, эй, 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 эй
Смешно. Понял? Значит, два не говорит тут. Если ты сюда приезжаешь, говоришь, они будут думать, что ты туалет хочешь. Понятно. Два не говорит, я поняла. Не это другой буква. Ясно, ладно. Опустим эти уже. И чуть-чуть его вот так. Есть. Вот так сделаешь, это уже красота дает его. Ой, могу, смешно. Вы давно, кстати, в ТикТоке-то? Я уже 6 год. О, нифига себе. Не посмотри ты мой подписчика. Хорошо, я посмотрю. Посмотри, я тоже твоя посмотрю, что у тебя там есть. Ты молодая девушка. Да, я здесь всего лишь полтора-два. Полтора-два года? Месяца. А, месяца. Да. Я здесь недавно, поэтому пока ничего. А у тебя рост какой? Рост? 172. Рост 72, но это нормально. Каблок, маблок же имеет готов, да? 172. Фигура, мигура. У тебя живот-мивот нету? Нет. Давай, вот я 90 килограмм, мой живот, маленький, чем твой живот. Какой у вас живот? Я не поняла. Я 90 килограмм. Так. Мой, я могу так сделать свой живот. Лучше твой живот видно будет. Это как? В смысле? Ой, бля, не могу я свой мысли. У тебя живот есть? Карен, есть карен, живот? Нет. Можешь показать? Видно у тебя? Тем более ты так одевала, да, видно? Зачем? А как я покажу? Вот. Нет, есть у тебя живот. Собирала ты. Нет. Собирала ты. Нет. Как нет? Это так не видно. Ты так не можешь стать. Вот. Я не могу. Видишь, встать. Вот так можешь. Вот смотри. Вот я смотри, Юля, смотри. Вот видишь. Ба-ба-ба-ба. Я не могу встать. Я сижу в подушке. Я 90 килограмм, я. Я не могу встать, я сижу в подушке. Это что значит, я сижу на подушке? Я же таком сижу в позе йоги. Хорошо, ты на подушке сидишь, не травке сидишь. У вас музыка есть. Сижу я на травке, сижу я на травке, сижу я на травке, курю. Да? Хорошо, ты на подушке сидишь, не травке. Я сижу на подушке. Зачем сидишь ты там? В йога сделаешь ты? Да. Серьезно говоришь? Угу. Я первый раз вижу йога, ну йога надо вот так руку держать, концентрация надо сделать. У меня ноги в позе йоги просто, ну в подушке, поэтому мне неудобно тут ничего, не двигаться, не вставать. А-а-а. Ну чё? Спасибо. И тебя спасибо. Да, поздравляю. И тебя я тоже поздравляю, ты на моих друзьях. Welcome, Чингис Групп. Увидимся. Пока. Увидимся. Давай. Отключишься? Нет, ты сделай. Я не беспонтовый. Ты сама сделай. У меня не получается. А, вот все получается.